Из шерстяных пушистиков рождается кленовый лист. Сегодня традиционный мастер-класс для детей из организации «Мы – одна семья». На валянии из шерсти я в первый раз. Я была еще на букете из конфет и делала резиночку. Мне понравилось. Занятие по валянию из шерсти проводит одна из многодетных мамочек – Татьяна Салина в своей мастерской. Для меня это как бы мой вклад в наше сообщество, потому что как бы его нужно развивать, нужно, чтобы мы вместе все собирались. Мы еще с родителями собираемся, тоже проводим мастер-классы. Обязательно у нас после этих мастер-классов еще посиделочки такие. Посиделки для мам, экстренная помощь семьям, билеты на спектакли. 2 года назад ивантеевские многодетные семьи сплотились в дружную команду «Много нас». Первое, с чем приходят молодые многодетные родители – вопросы льгот и юридические. Информационная помощь очень большая, потому что мама становится многодетной, она просто попадает, не зная чего, кто-то что-то сказал, кто-то перепутал. Вот здесь вся правильная информация, потому что мамочки уже были в такой ситуации, уже решение нашли, им все ответили. На днях открывают барахолку. Одним семьям вещи уже малы или не нужны, другие с удовольствием возьмут их. Руководитель общества Юлия Малькова сама из многодетной семьи. В маму троих сыновей превратилась из менеджера по работе с VIP-клиентами. У нас также есть продуктовые корзины, где мамы объединяются, покупают себе продукты для семей по низким ценам. То есть по ценам производителя, без каких-либо там оргвзносов, накруток и так далее. То есть идет существенная экономия, особенно для семей, где много детей. Традиционными стали и поздравления подопечных семей с Новым годом, а также проведение концертов к праздникам. Сегодня в объединении 270 семей, в которых воспитываются 840 детей. Это интересно, когда ты всех знаешь, все твои друзья. Можно сказать, как другая галактика. В этом году проект ивантеевского объединения «Мы – одна семья» стал серебряным призером губернаторской премии «Наше Подмосковье» и получил на развитие 300 000 рублей.